Сахалин ожидает историческое спортивное событие. 13 июня остров впервые станет хозяином чемпионата Дальнего Востока по боксу. Сейчас к нему усиленно готовятся местные боксеры в возрасте от 19 до 40 лет. Тренируются ежедневно, чтобы показать достойные результаты. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Денис Пальшин из села Горнозаводск занимается боксом на протяжении 8 лет. Тренировки не прошли даром. В прошлом году 21-летний спортсмен на чемпионате Дальнего Востока, который проходил в Якутии, завоевал 3-е место. К соревнованиям, да, уже готов. Прошли вот сборы 2-недельные. Ну, сейчас уже конец сборов будет. Подготовились. Думаем выступать на 1-е место. А Сергей Свирида в боксе с 7 лет. Сейчас молодому человеку 24 года. Отмечает, волнений перед соревнованиями нет. Есть только цель и большое желание победы. Инициативу не отдавать, главное, и все. Самому начинать не стоять, как некоторые делают. Вот стоишь. Самому провизировать, свое дело делать. Сахалинская сборная выступит на чемпионате в составе 5 человек. Они будут боксировать в 5 из 13 весовых категорий. Соперниками станут представители 12 субъектов. Всего же в турнире примут участие порядка 100 человек. Соревнования пройдут в областном центре с 13 по 17 июня. Мы ждем очень интересных боев, потому что это высший уровень в боксе. Это мужчины, это жесткие, такие бескомпромиссные, очень упорные, близкие бои. Здесь надо будет и судьям поработать, и организаторам соревнований для достойного определения победителей, формирования сборной Дальнего Востока. Итоги определят ближайшее будущее спортсменов. Лучше отправиться на чемпионат России по боксу. Они будут защищать область на всероссийском уровне в Хабаровске. Бои пройдут с 16 по 27 августа. Влад Французов, Дарья Янченко, Данил Сарашинский, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ.